Во вторник в Самарской области пасмурно и снег. Днем от минус 2 до плюс 1 градуса, ночью 0-3. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега с дождем. В светлое время суток плюс 1, в темное минус 1 градус. Западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти тучи, снег. Днем 0 градусов, ночью 1 ниже 0. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет снег. Днем минус 1 градус, ночью минус 2. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.